Генсек ОДКБ рассказал, как организация будет защищать Таджикистан от афганских угроз. Душанбе, 24 января, Спутник. Из-за террористических угроз из Афганистана ОДКБ сосредоточилась на укреплении границы Таджикистана с соседней страной. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась. По его словам, гуманитарный кризис в Афганистане представляет угрозу и для стран-участниц ОДКБ. Зась напомнил, что тяжелая ситуация в стране сложилась после вывода из нее войск США. По республике ударил мощный гуманитарный кризис, около 9 миллионов человек голодают, а половина населения недоедает. Подобная обстановка способствует росту активности бандформирований и террористических групп. В стране может возрасти торговля оружием и наркотиками, подчеркнул Зась. Поэтому мы проводим работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном, отметил генсек.